Здравствуйте. Как всегда, по будням. С вами программа «Что хочет женщина». И я, Клара Новикова. Весна на дворе. Раз весна, значит и любовь. Но что означает фраза, которая ходит в народе? Любовь зла. Полюбишь и козла. Сегодня гости программы. Певец, исполнитель шансона Жан Татлян. Он считает, что влюбленная женщина не замечает недостатков своего избранника. И психолог Ирина Соковня. Она утверждает, что на самом деле козел – это милейшее животное. Я хочу представить нашего гостя сегодняшнего. И даже теряюсь, как его представить, потому что я всегда мечтала с ним поговорить, увидеть и поговорить о том, о чем мне интересно с ним поговорить. Вот мы учились вместе в разные годы, но учились, закончили студию эстрадного искусства в Киеве. И мне казалось, что он достаточно экзотический, для меня это была экзотика, человек, который учился в студии в Киеве и вдруг стал французским артистом, певцом во Франции. И человек, который ссылается на Шарля Азнавура, как на своего кумира, учителя. Я с удовольствием представлю очень популярного певца. Песни его мы все знаем, мы любим, и с ними росли, с этими песнями. Жан Татлян. Даже вот ты пришел на программу, которая звучит, тема нашей программы. Любовь зла, полюбишь и козла. Кстати, я говорю, ой, как хорошо, что Клара именно меня выбрала. У вас информация, наверное, большая есть обо мне, о моей биографии. Я очень подхожу к этой передаче. Почему? Потому что я козел. В каком смысле? В каком смысле? У меня знак Овен. Да. И год китайского гороскопа козел. А как звучит это по-французски? Можно перевести на французский? Или есть ли аналог во французском языке такой пословицы? Я не знал такого, я не слышал. Но я как-то расспрашивал моим друзьям, филологам, я хотел узнать. У меня есть вопрос, Клара. Ты можешь объяснить, откуда это выражение пошло? Я не знаю. Ведь каждое выражение имеет начало какое-то, причина как толкнула на это. Ты понимаешь, когда женщина обижается на мужчину, почему-то она бросает, козел. Чаще всего это звучит. Да мой козел. Мне всегда это обидно. Я не люблю ужасно это выражение. Еще я говорю другое. Вот когда я подумал на эту тему, а почему именно полюбишь и козла, а почему не козлу? Почему мужской козу? А почему мужской род? Дискриминация это. Про женщину тоже говоришь козел. Дискриминация. Почему мужчина козел, а женщину, может, из-за галантности нельзя женщину обижать? Мы сейчас поговорим со зрительным залом, все узнаем, но как воспринимает эту поговорку, пословицу? Может быть, женщина в момент влюбленности, она не замечает, козлик что ты мой. Все говорят ей, ты с ума сошла, посмотри, кто, ты же ничего не видишь. А может, она это слепа. Мать девушки говорит, ты смотри, на кого ты влюбилась. Да. Ты не имеешь права, это подруги же козёл, говорят. Подруги, посмотри, ну он же ужас, а она ничего не замечает, потому что она в него влюблена. Ты был так влюблен, вот так? Да. Я до сих пор влюблен, Клара. Я тебе завидую. Почему? Потому что это замечательно. Нет, я обожаю эту женщину, я обожаю ее. Это замечательно. Я не просто люблю, я обожаю. Это замечательно, восторг. Скажи, пожалуйста, а по-разному женщины французские и русские относятся к мужчинам? Мне кажется, не только русский, французский, мне кажется, каждая женщина, неважно какой национальности, они по-разному относятся. Нет, есть традиция. Вот как это французская чего-то не перешагнет и не сделает, а русская сделает, или наоборот. Ну, например, тогда, я не знаю, может взять выражение такое французское. Француженки говорят, спасибо любовницам наших мужей, которые их сохраняют для нас. Замечательно. А наша женщина, ну что, да замечательно, правда же звучит? Просто замечательно. Да, конечно, так. А может быть тоже, если это рокошетом женщина-француженка, почему? Все это взаимно все-таки, это не только женщина-француженка такая. И француз мужчина должен быть галантным, ухаживать красиво. Это взаимно, это же не просто. А как ухаживает мужчина? Например, я всегда выражение, вот так французское есть, это в этом выражении обо всем, мне очень о многом говорит. Говорит, почему мы целуем ручку женщине?
Почему? Нужно же с какой-то части тела начинать. Замечательно. Это ухаживание, начинается ухаживание уже. Вот. И, допустим, когда зажигает сигаретку, зажигалку, подать огонь. Или... Ну, наши тоже это надо делать. Начали. Наши делают, наши мужчины. Да. Или но там... мы будем говорить, ну, не сразу же он глаз даст, а вначале огонек зажжет. А, понятно. А что же вот такое изюминка, чего есть во француженках и чего нет у нас, допустим? Или чем похожи женщины француженки и русские? Разница, допустим, российской женщины и западной. Не будем брать француженки или американка, особенно американки. Бескорыстие. Бескорыстие? Абсолютно. Есть, конечно, семья не без уродов. Есть все, везде и всюду. Но мы берем больше процентности. Русская женщина, она бескорыстная. Угу. Например, я свою личную жизнь, я говорю, для меня это вообще было потрясение, когда человек абсолютно не считает, сколько я заработаю. $1 или $1 000 000. Это я знаю. Факт у меня есть. Факты. Это не имеет значения. Она любит меня, козла, такого, какой я есть. Но все-таки мне, знаешь, все-таки интересно. Хоть несколько слов, если ты... о твоей жене, потому что если так любить женщину, о ней все-таки хочется говорить. Ты, она все-таки русская во Франции или француженка? Она русская, русская. Она русская. Дело в том, что, Клара, даже то, что именно потому, что я ее очень люблю, это настолько искренне, я не хочу это вынести на публику. Ну, мы сейчас подключим зрительный зал наших мужчин и женщин, потому что тема нашего разговора сегодня — «Любовь зла, полюбишь и козла». Честно говоря, я не знаю, что это такое. «Любовь зла, полюбишь и козла». Может, у кого-то есть такой опыт любить козла? Ну, тут просто, я так считаю, да не считаю, даже знаю. Потому что объективно козел — это мужчина-деспот, мужчина-садист. Ну, объективно. Потому ну, козел ведь, такое чудное животное, что, за что ему досталось ну, такое? Тем не менее, так. Причем нравственное уродство здесь, конечно, если так в суть этой поговорки вдумываться. И оно преобладает над физическим уродством. Моральных уродов, я считаю, у нас поболее, чем в других странах. И этим доказательство тому все то, что у нас происходит. А почему вы обобщаете? Давайте о вас говорить. А во мне лично? Да. Вы себя не относите к этой категории мужчин? Нет, конечно, я всегда был чуток, любезен и пылинки снимал. Но женщина тяготеет гораздо большей степени вот к таким, к мужчинам отрицательного обаяния. В этот момент женщина, кроме этого, так сказать, отрицательного, видит что-то положительное. Внешность, физически и так далее. Какие-то положения. Может быть, что все отрицательное. И в то же время, может быть, она в роли матери хочет играть, в роли воспитателя, учителя. Она, ей нравится переделывать человека. А в твоей семье так случилось, что вот вы как-то, примиряясь друг к другу, что-то друг в друге переделывали? Абсолютно нет. Я считаю, что идеальная пара, если назовем вообще идеальное взаимоотношение, многие уже, утекло много чернил и бумаги, все, что писать, что такое любовь вообще. Это я, например, против восточной женщины, что женщина в кухне и так далее. Несмотря на то, что я все-таки по происхождению армянин, родился в Греции, но я против этого всего. Должно быть, если можно слово использовать, равноправие. Должно быть демократия в семье, взаимоуважение. Скажи, пожалуйста, а почему тебе принадлежит выражение такое, что моя жена – это моя соседка по кровати? Ну, это же шутка, это же, скажи, это же скажи, юмор. Давай пошутим. Откуда ты знаешь это? Да, я знаю. А говорит, вот твоя жена, вот, я говорю, как, моя соседка по кровати? И смеются, это же шутка. А одна вдруг такая чопорная говорит, ой, Жан говорит, как вы можете о своей супруге так говорить? Я говорю, ой-ой, постойте, что ты не так сказал? Она говорит, дочка моей тещи. О, вот это идеально, вот это лучше, вот это лучше. Вот и все, это шутка же. Наталья Григорьевна. Наталья, можно? Можно. Да. Я хочу рассказать про свою приемную дочь. Ну, то есть это дочь от первого брака моего мужа. Красива, стройна, умна, ноги, как говорится, от ушей.
Ну, в общем, все в ней сложено так, что она могла бы по подиуму ходить. А она вот сама выбрала себе роль домохозяйки. Хотя раньше жила она интересной жизнью. Она училась, работала, в кругу друзей, общалась, ездила куда-то. Потом встретился он, мальчик из Сибири. Приехал, познакомились они как-то. И она вышла за него замуж. Хотя раньше были тоже интересные предложения, но она официально с ним расписалась. Встал вопрос о прописке. Ну, естественно, счастливая молодая семья. Нужно мальчику работать, что-то там, семью обеспечивать. Мы решили его прописать. Собрали документы. И вот когда прописка была на последней стадии уже, у них произошел первый скандал. И скандал произошел, я бы сказала, с плачевным исходом. То есть он поднял на нее руку. Ну, мы две мамы, у нее еще родная мама. Нас не обманешь, конечно, потому что они пытались там сказать, что она попала в аварию, когда ехала на работу. То есть хорошо приложился, да? Да, в общем-то, неплохо. Попала в аварию, что опаздывала на работу, остановила машину, и попал, водитель затормозил резко, и она ударилась лицом в лобовое стекло. Но удары были совершенно другие. Вот. Естественно, нас это все насторожило. Можно сказать, он проявил себя уже как, наверное... Ну, козёл ударила. Вот. Потом вроде все уладили. Она его простила. Потом были снова ссоры, скандалы. Уходил, приходил. Потом произошел скандал. Прописали при этом? Его прописали? Нет, дело в том, что мы остановили. Затормозили, забрали документы. Козла из огорода надо было убрать. Да. Вот. Потом был скандал, когда он даже как-то дернул ее за руку и сломал ей руку. Она долго в гипсе ходила. Я хочу... ноги на месте пока? Ноги на месте. Потому что вы сказали, что не от ушей их удобнее ломать. Да. И дело в том, что она продолжает с ним жить. Она его любит, вот, как мы поняли. Ну вот. И самое странное в этой ситуации то, что ее даже не обижает. То, что когда он уходит при скандалах из дома, он забирает все подарки, которые он ей дарил. И вот для нас, например, для родителей, вот такой... Ну, как это можно сказать? Козёл. Знак, что ли, да. Факт. Если у нас дочка без цепочки, значит, они поссорились. Если на ней висит цепочка, значит, он пришел, и они помирились. Женщина-мазохистка, значит. Я не понимаю одно в этом случае, как можно поднять руку на женщину, которую любишь. Ну, любишь. Да. Поднять руку, а потом после этого опять ее обнять, целовать. Я не понимаю, как понимаешь, совместимость вот этого. Да, но зачем мы говорим о ней? Она его любит, неизвестно, как он. Ну, она же с ним потом обнимается, целуется, ложится в постель. Ну, как это так? И когда не говоришь, бьет... что соседка по постели. Соседка а лучше по... говорить и любить. Жан, ну вот мы так замечательно хотели, ну и поговорили о тебе и о Франции. Ну, мало времени. Я бы еще у тебя тысячу вопросов у меня и есть, которые мне... Да, мне хотелось бы тебе задать и о творчестве твоем поговорить, и о том, как тебе живется здесь у нас в Петербурге. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся. Я хочу передать через тебя привет твоей жене, которую, с которой отношусь с симпатией, потому что ты так тепло, вот так говорит, может, любящий мужчина. Я тебе завидую. И ей, в первую очередь. Я надеюсь, белый завидую. Белый, у меня не может быть другой. Спасибо тебе огромное, я тебя целую. Спасибо тебе. Всего доброго. До свидания. Спасибо за приглашение. Спасибо.